Ну что, вот у нас 10 утра, с 8 утра работы по уничтожению барханчика продолжаются. Все, в общем, так весело, печально. Жалко, что администрация приезжала вчера после рабочего дня в 17:00. Надеюсь, может быть, заметят, увидят, услышат и приедут пораньше. И закончится эта установка забора, тяжелая техника. Там люди с лопатами раскапывают песочек наш. Плюс печаль, тоска творится. Печально. Насколько жалко бархан вообще. Надеюсь, услышат. Может, кому-то тоже там не безразлична судьба его. Так что как-то так.